Боже, милостив будь ко мне грешному. Ты создал меня, Господи, Ты помилуй меня. Невозможно сосчитать грехи мои, но помилуй меня, Господи, прости меня, грешника. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную и не имеющую порока, Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем херувимы, и достойно большего прославления, чем серафимы, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, силу честного же Творящего Креста и Святого Ангела Моего Хранителя и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человеколюбец. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий и весь мир наполняющий, и Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Встав после сна, припадаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица, свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне и всегда, и во веки веков, аминь, внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся, со страхом воскликнем в полночь, свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевая святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Прийди, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 7. Господи, Боже мой, на Тебя уповая, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторнет он, подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего.
Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я заплатил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом. То пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повернет в прах. Восстань, Господи, в гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сон людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы, суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы, праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем, Бог, судья праведный, крепкий и долготерпеливый, и Бог, всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его, и пою имени Господа Всевышнего. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных людей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Да взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его. Немного Ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твоего, Отца и Сына, и Святого Духа ныне всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песнь спаси и припадая к стопам Твоим, взываю Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Боже, и спаси меня. Владыка человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем.
и избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения, и спаси меня и введи в Царство Твое вечное. Ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи, провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божий сил, бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам его. Да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди его, и готовыми войти с ним в радость и божественный чертог славы его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица твоего. Ибо ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить мне себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела! Прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и содел меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая моя Владычица Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня, ничтожного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, всескверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищий и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов. И Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Сергий, Галина, Елена, Владислав, Ольга, ибо мы усердно к вам прибегаем, как к скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших.
Спаси, Господи, людей Твоих и благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подаем Твои земные и небесные блага, не лиши их милости Твоих. Посети их, укрепи силой Твою, даруй им здравия, спасения души. Ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, Елену, Ирину, Зинаиду, Татьяну и всех православных христиан. Прости им все грехи, вольные и невольные. Дары им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобной богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, воззри на детей наших, ниспошли на них духа премудрости, разума и благочестия, и просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение, потому что Ты источник премудрости. И Тебе славу возносим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Иегова. Алла, Отче, услышь молитву нашу, помилуй, прости меня грешного. Тайное, явное, в уме и помышлении, во дни и в ночи, во все дни жизни моей, великие и малые грехи мои, прости. И соблазн, который я подавал ими, где я падал и вставал, Господи.
Но благодарю тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава тебе! Это помощь Духа Твоего Святого и молитва святых. Хвала тебе! Аллилуйя! Благодарю тебя, Господи, Боже мой, за день, в который даровал мне веру Твою святую, страх Божий и ожидание суда Божия. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, за день, который дал мне Твою святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми, Матерь Божья, благодарю Тебя. Покроем афором любви Твоей, в скорбях, печалях, в тесных обстоятельствах Ты помогала мне, спасала от позора, поношения, посрамления, отступничества и измены. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Дивная заступница наша Дева Мария, благодарим Тебя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, что столько лет Ты защищал меня от видимых врагов и невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти жизнь. И в транспорте, и всюду, и на работе Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел. И в смертный час не покинь, когда душа моя будет разлучаться от тела. И на мытарствах проведи душу мою. И веди ее навеки в вечное Царствие Небесное. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи нас жить и в бедности, быть благочестивыми, довольными, довольствоваться пропитанием и одеждой, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным, довольствуясь и малым. Искать прежде всего Царство Божие, правда Его, не бояться начальствующих, правителей грозных, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, и устоять в верности Богу. Каждому дарует Господь жилье. Святитель Христов Никола Мирликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя. Ибо Ты слышишь о людях и о животных молитвы. Господи, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный. Спаси нас, Господи, и помилуй. Святые пророки, Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархий, Авраам, Исаак, Иаков, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Илия, Гей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, и отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за святую Библию, за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, сохранили и записали эти слова для нас и изрекли. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего шествия не застал нас спящими, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудными полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью.
святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, силы небесные, престол Божий, предстоящие молитве Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, перверховные Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, да продлится еще мир. Дай нам еще священника и место для занятия, определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомирийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в слове Твоем, чтобы малые дети верили искренно в Тебя в гонениях, в искушениях. Не допусти до принятия антихристовых начертаний на чело и на правую руку, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний Феодосий, Корнилий Иов, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий. Митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Дай нам любовь к Святой Библии, коснись сердец патриархов, митрополитов, епископов, священников, диаконов, всех, кто является служителями Твоими, и всего народа Твоего, всех молящихся Тебе, Господи Боже наш, даруй всем духовное рождение свыше и водительство Духом Твоим святым. Научи нас заботиться о стяжании Духа Твоего Святого. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья и Андриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискилла и Акила, Андроника Юния, Киприан и Устина, молите Бога о нас. Даруй, Господи, женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость. Сохрани их от всяческих поруганий, нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже милостив, будь ко мне грешному. Создал меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи,
Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Сегодня в 6 часов вечера, в 14 по Москве, будут занятия. Милости просим. Сейчас будем читать книгу к истинному православию.